Привет всем, с вами сегодня мы продолжаем играть в Outlast. И я ни хрена не помню, куда я тут что. Что происходит, куда я шел. Я вроде нашел какую-то комнату, в которой решил спрятаться, но... Видимо, не судьба. Мне кажется, потерял. Поменял батарейку просто. Поэтому сейчас у меня какой-то тупняк будет. Что я не понимаю, куда я шел. Откуда я вообще пришел? Отсюда я пришел. Или наоборот мне сюда. Хрен его знает. Ну давайте допустим, что мне сюда. Нет, я отсюда пришел. Все, вспомнил. Я прибежал вот так. И вот сюда. На самом деле я ни хрена не вспомнил, я просто по интуиции говорю. Вот это точно. Парень, ты чё, больной? Пипец. 237Е. Что это значит? У меня сердечный приступ возьмет просто игра. Сыграя в эту игру. Жесть просто. Вроде ничего не как бы не просто. Просто чувак. Просто появился чувак. Как бы ничего, ну вот это вот сочетание звука с резким появлением, оно все-таки работает в этой игре. Но оно работает как бы почти во всех играх. А здесь еще и такая not bad атмосфера. Так там. Звук тут очень хорошо проработан. Поэтому. А какая там номер 223 было еще? А, вон там мигает. Ну, я раз уж начал другую батарейку мою. Вот камен. Только мне кажется, это типа хурдура я убегал от кого-то. Не нравится мне вот эта штука. Реально, как будто я должен убегать от кого-то. И вот это мне не нравится. Как ты знал? Как ты знал? Feed me! Feed me! Feed me! Feed me! Feed me! Где он, я не знаю. Не прошел там? Эти херня страна. Господи, нет. Он даже вроде не начал, он убежать, но я его даже не видел, надо его побежать. О, срань господня. У меня ужасное напряжение сейчас, просто пипец какое напряжение. Это просто жесть. На батарейка. Еще буду как крот бегать. Пипец херово. Это просто ужасно. Что-то я как-то очень отвык от всего этого. Очень отвык. Большой лаг, я таймер вывести решил. Я как бы больше 15 минут постараюсь не записывать. Поэтому. Ах, это собственные шаги, господи, зайти пилять.
Ее батарейки вообще давно не было. Что за жесть? Они решили, типа, что в первой части много жаловались, ну, не жаловались, говорили, а, легко, батарейки разбросаны, все фигня. На нахер, нет батареек, вообще нет, я не знаю. В первой части нет. Голова! Это место проклято. Да, это место проклято. You gotta get me killed. Fuck off. Да нахер ты мне сдал, что делать, если не собрал. Ну, все, я хочу. Не вижу ничего такого там. Почему не надо? Как я от него устал. Серьезно. Ни хрена не вижу. У меня есть задание хоть какое-то? Там. Где-то должна быть кнопка типа задания там. Батарейка. Может быть, я на самом деле слепотуп и просто не видел батарейки. Я такое очень легко допускаю. Господи, не бегай прыгать. Зумил. Он закрылся там. Предатель. Так, я должен как-то оценить ситуацию. Какой-то я долгий на самом деле. Сколько кругов навернул, как нашел, чтобы бежать. Серьезно. Thank you.
Оп, ой-ой-ой-ой. Понял. Нет. Что, мне обратно, что ли, возвращаться? Зачем? Нечего сказать. Что-то они меня одним и тем же хером пугают, на самом деле. Он, конечно, немножко уже приел, но пугает, я не смогу это прорисать, но... Ох. Но все-таки, согласитесь, когда одно и то же, это, конечно, уже, ну, сливается, конечно. Все-таки уже не так страшно становится. Ладно, я... Что я говорю, блин? На самом деле. Срусь каждый раз. Ядрить, смотрите, нет. О-о-о. Нет, верните меня обратно, мне там больше нравилось. Не люблю улицу. Гребаный туман, ни хрена не видно. Не, серьезно. Меня уже начинаю предчувствовать. Silent Hill, гребаный. Даже следы кровавые где-то есть, думаешь. Кто бы мог подумать, посмотреть туда. Это больше не избыток какой-то кровавый. Лахер. Серьезно. Еще... А, я как-то перестал. Ну, то бишь, вроде, ну, редко это делаю, но это не значит, что я не пугаюсь. Просто я, скажем так, научился более-менее сдерживать свой крик и просто такой, при себе я пипец ору. Очень страшно, серьезно. Точнее, очень меня это все пугает, резкое выскакивание, меня просто передергивает, мне кажется. Так что, если вы не слышите моих криков, это еще ничего не значит. Серьезно. Это жесть. Часы идут 9 часов. В чем прикол-то? Почему все пришел? Не понимаю ничего. Ну, окей. Пойдем обратно. Я не отличаю свои шаги от шаги. Мне кажется. Ну, да. Да, я правда не буду вернуться. Ну, как-то не чувствую себя безопасности вообще ни колечко. Ни с колечки. Я прям в постоянном напряжении каком-то. Я не могу расслабиться.
А когда ты в таком напряжении, ты, мне кажется, пугаешься еще больше. Туда, не туда. Опять эта игра не задает очевидных обучений. С одной стороны, это круто, потому что, ну, типа, надо в экстренных ситуациях принимать решение, понимать, куда бежать, это очень круто. Так, и на самом деле 15 минут прошло. Я ничего такого не пришел, а я тут немножко пробегусь. Может, сохранение найду. Этот унылый участок пройду, когда уж раз уж начал. Раз уж дошел, может, дойду до кого-нибудь. Что у нас? Что тут? Сюда? Нет. Сюда? Если меня сюда, мне кажется, я обратно. Серьезно. Кто бы догадался вообще бежать вот тут убираться. Забавно, что лампа так светит, что ли, в 9 часов вечера. Что так светло. Мне кажется, ничего это хорошего не предвещает. Вот это вот всего. Мне, кстати, сохранился. Эта интрига останется для следующей серии. Всем тем, кто меня посмотрел, комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока!